Если спрашивать, что все, что к вашей победе, еще два один, ваша замена, вы же любили еще угрозы, что потом сломалось, нарушилось? Ну, как бы так сказать. Ну, немножко потеряли концентрацию, в принципе, все эти моменты обговаривались, и значит, скажем так, где-то не выбили, где-то с центра штрафной знали, как играет Брестская «Динамо», куда идут передачи, поэтому немножко не разобрались в этом. Но, значит, и в принципе это повлияло на исход матча, хотя отмечу, что, значит, команда очень грамотно строила игру свою против, скажем, чемпиона страны. Но чуть-чуть потеряли концентрацию. Вот этого чуть-чуть нам и не хватает, не хватило. Ну, так бывает. Ну, а потом пенальти, ясно, что. Пенальти на последней минуте, и уже ты идешь все равно там сколько чего отыгрываться, и получаешь контратаку. Где-то исполнительское мастерство тоже не хватило нам в исполнении. Может быть, везение, может быть, именно исполнительского мастерства. Следующий вопрос. Александр. Ярослав Славович, Александр Вылин, Тибунаком. Как оцените сегодняшнюю атмосферу? Мы говорим, что мы играем для зрителей. Как сегодня? Много зрителей, немного пришло. Как вот в такой атмосфере вам понравилось сегодня? А где сейчас много зрителей? Ну так, ну нормально игралось, я как-то так не понял. Честно, вопросы не догнал. Ну, вопросы не догнал, честно так. Извиняюсь, но может, я так невнимательно, знаете, я так не старался не отвлекаться. Знаете, когда отвлекаешься, так. Поэтому. И тогда еще один вопрос по антуражу, по атмосфере. Сегодня не было фан-сектора Минского «Динамо», при этом на фан-секторе висели вот два баннера в память о погибших фанатах Минского «Динамо». После матча вся команда подошла, аплодировала пустому фан-сектору. Как относитесь к этой акции? Поддерживаете, не поддерживаете? Ну, погибших, ну, вы знаете, как в любом случае нужно уважать, значит, в любом случае. Это, ну, как бы... Смерть такое дело, что как и жизнь нужно уважать, понимаете? И любой, ну, христианин уважает как и жизнь, так и смерть, понимаете? Я нормально к этому отношусь. Три матча подряд в разных турнирах команда не может добиться победы. На какие мысли это наталкивает? Что нужно делать? Нет ли у вас мысли об отставке? Так, интересно спрашиваете меня мысли. У меня мыслей столько много, когда, знаете, бывает, что я не успеваю даже догонять свои мысли. Ну, так бывает. Вы думаете, что, ну, так, главный тренер мысли так. Сегодняшним днем, ну, разные бывают мысли. Все бывает в этой жизни. Как вы сказали, как и смерть, так и жизнь ходят рядом. Поэтому смотрите по сторонам. Вот именно. Правильно. Окей, Леонид Станиславович, какие надо выводы сделать, чтобы наконец-то прервать эту затянувшуюся серию, потому что, ну, для «Динамо», сами понимаете, три матча. Ну, я считаю, что, ну, скажем, не считаю кубковую с «Крымкачами», где какая-то непонятная вообще ситуация там вообще во всем была. Значит, мы проводили, ну, скажем, кубковый матч с «Пиастом», с очень, я как сказал, сильным командой, и показывали хороший уровень игры, как и здесь. Уровень игры был показан, ну, скажем, ну, где-то расконцентрация, где-то, может, мы там чего-то не досмотрели. Хотя, опять же, значит, при подготовке матча просчитывается все. Но бывает, ты не можешь просчитать случайность, знаете. Или хорошее исполнительское мастерство, как «Спяст». Ну, значит, как я говорю, исполнительское мастерство стоит денег. Ну, в любом случае, понимаете. Ну, и здесь точно так же я не могу упрекнуть команду, что она не пыталась играть в футбол. Ну, как бы.
Вот часто вы отвечаете, что... А можно я пойду? Я, честно, я устал. Можно вам, может быть, вам это странно покажется, но бывает человек, как бы так, знаете, мысли, вы задаете мне вопросы какие-то, а я, ну, скажем, наверное, плаваю в облаках, потому что думаю о футболе. Почему там, почему там, почему так? Можно? Значит, все, спасибо. Давайте.